Добрый день. Добрый. Как вы прокомментируете возгорание на свалке? Что там происходит сейчас? Сейчас все происходит нормально. Свалку затушили. Работает КТМ-ка, машина заливает еще дополнительно. Работает трактор, срезает все. То есть, ну, как бы трудились целую ночь. Это был поджог или? Да, это был поджог. Это с той стороны, как раз где постоянно происходит поджог, там его и подожгли. А зачем поджигают? Ну, значит, какие-то неурядицы между людьми, которые там работают. А, вот так, да. Спасибо. Пожалуйста.